Вот я, и поезд громыхает, за шторою салфеткой мигает луна, чтобы ее увидеть должно, весь лес, что слева, уничтожить. Такое только дьявол может и Бог, но он, походу, отдыхает. Сегодня пятница, стихи, что я читаю, не могут изменить причины следствий, и, что намного интересней, не могут изменить меня, являясь приступом, напевом, жуками на бумаге, оголтелым доказательством привычного ноля. Но поезд вроде едет, или это я еду в поезде, а он стоит. Ах, призывать весну к ответу не стоит, день убить сиденьем на нижней полке, и к черту расстояние и дни, от сумерек и звезд летят осколки и превращаются в огни. Луна привычно пляшет в мокром небе, сверкает за окном, мелькает светляком, а я уже не понимаю, что толку в том, с чем я знаком. В гортане застревает фраза «все бесполезно». Нет ночей, нет дней и вечеров, нет поезда, лесов, полей, нет утра на твоих прекрасных с привычной поволокой глаз, нет ничего, и все напрасно. И я кричу который раз тебе, я все прощаю, прости и ты, но все нельзя простить, ведь все, и поезд, и луна, и проводница с чаем, всего лишь порванная нить, что нас держала друг за друга и, натянувшись, лопнула в тиши. И нет теперь тебя, меня, лишь поезд едет до Калуги, но сердце говорит, кричит, пиши. На верхней полке новобранец спокойно спит. Он тоже есть! Или это бес, что научил меня когда-то чирикать и читать по кабакам, по скверне, по черновикам текут мои проклятые чернила. Что жизнь? Бумага для чернил. Вчера во сне ты слезы лила, и я, проснувшись, волком выл. Что толку? Жизнь бумага для чернил, пойми. Не будет расставаний, не будет встречи обещаний, не будет тех мучений тайных и явных, ревности огня. Нет больше ни тебя и ни меня.